трудны и суровы рыбацкие дороги. Уже много дней ведет промысел в Северной Атлантике траулер «Баклун» под командованием капитана Забродина. Три с половиной тысячи центнеров рыбы сверхгодового плана – трудовой подарок рыбаков. Много пришлось потрудиться Николаю Плахову и его товарищам, чтобы добыть ее. Много сотен миль пройти по осенней ледяной волне. Экипаж траулера борется за высокое звание команды коммунистического труда. С богатым уловом возвращаются смелые люди к родным берегам.